И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Conan Exiles. И сегодня мы продолжим путешествовать по подземельям, а точнее по данжам. И на очереди темная башня. Темная башня же, да? Черная башня. Ну, какая разница-то какая. Установил я Джебл Сага. Жилище Джебл Сага здесь у меня... В общем, начал запись серии. И я вспомнил, что очистка-то близко, старая еще очистка, и тормознул, пересмотрел 5 минут всякого говна, наговорил, в общем, неважно. Лучники не сильно-то и хотели атаковать, сразу говорю, а вот то, что я их настроил, настроены они на поведение охранять место, но не сильно-то они хотели атаковать. После того, как лучник начинает атаковать их, те сразу начинают палить со всех щелей. То есть, как бы в этом плане, конечно, да. Ну и тут факелов мне поразрушили немножечко. В целом, самое что смешное из этого всего было, это то, что... Ну, во-первых, у меня литейщик именной провалился сквозь текстуру. Во-вторых, верховный жрец провалился... То есть, это вот первосвященник. А там был верховный жрец. И вот он провалился сквозь текстуры. Да. И... Потом, когда на меня напали около ворот, точнее, я стал бить, на меня что-то напали, у меня игра вылетела, и читка закончилась. На полусловии, скажем так. Это была третья или четвертая волна всего лишь. Ну, как бы, бог с ней. Там ничего все равно сверхъестественного не было. Улучшил зато сет, алтарь сета. И, ну, то есть, третьего левела. И прошел... квестик. Точнее, наполовину прошел квестик. Вот. Теперь у меня щит воина сета здесь можно сделать. Кстати, да, я улучшил освещенную ритуальную жреца сета я сделал. И сейчас я добываю на зата. То есть у меня осталось только зата и йога. Ну и Джебл Сага получается. Еще добавилось. Вот. Это я добавил, чтобы посмотреть, как она стрелы вообще будут выглядеть и что вообще не дают. Но в целом они... вроде бы яд наносят. И для этого превращается в смертоносный стрел. Ну, в общем, короче, они вроде бы яд хорошо наносят. И это есть смысл рабам раздавать их, что они яд будут накидывать неплохо. Вроде как что-то типа того. Но это не важно. Важно то, что я вроде бы все приготовился. Да, я еще тогда приготовился, но... Так, это у меня щепа, давай сюда. Это у меня кинжалики сюда. Вроде ничего лишнего нету. Можно выдвигаться в зимку. Так, шапка надеть. Потому что там будет точно холодно. Патрулировать. Кстати, да, патрулировать, господи. Вытащил своего одного коня. Здесь, если зайти в раздел спутники, можно... спасти, но все шмотки, которые находились у него, исчезают, а он, конь, как бы, в данном случае ко мне телепортировался, то есть вот седло исчезло, все, что было у него там внутри, все исчезло, а сам он телепортировался. Еще раз говорю, у меня где-то здесь под землей еще второй конь тусуется. Я не знаю, они просто забагались, и, ну, с этим, как бы, ничего сделать не можешь. Уровень нулевой. Где-то вот он, лошадь первого левела. Я ее, получается, пока что не могу спасти, так как восстановление мини. Ну, то есть там раз в час я могу спасти кого-то. И если я получил урон или он получил урон, то есть, ну, кто-нибудь, то КД 10 минут. Если в кому это интересно. В целом, то есть спутники здесь. Единственное, что они вот у меня на карте отображаются, то есть здесь они не отображаются, кстати, да, вот так теперь это выглядит. Ой. Вот так теперь выглядит, то есть вот они у меня святилища мои. А вот на мини-карте, видите, да, все эти отображаются почему-то. Вот такая вот дебильная тупость. Ну, бог с ним. Мне сейчас нужно куда идти? Темная башня. Черная башня. Черная башня, темная башня, черная башня. Темная башня — это фильм же был, точно. Вот чувствую, что-то в голове у меня есть такое. Знакомое. Руины. Это вроде бы телепортируемся обелиск куда-то сюда. И черная башня, даже не, вроде бы ниже. А черная башня — это уже выше. Ну, в общем, в любом случае, мы тпхаемся туда.
кстати, точно. Я хотел сделать вот это тебе. Силового оружия. Это силовое же оружие? Силовое оружие. Использовать. И, кстати, да, лотосы все обозначают, куда идти, к какому боссу, чтобы... Ну, я уже это говорил, чтобы найти какие-то артефакты. Но самое главное, что дает параметр урон силового оружия, плюс 15%. Ну, это слегка пьяны, это временный эффект, так что пофигу. Ну, а сам гьюзы вот это вот. Урон спутника, плюс 12%. Так, еда. Вот что я не взял. Вода есть. Немного еду забыл взять. И можно уже выдвигаться. Не сюда, вот сюда. Телепортируемся. Хоба. Так, и где мы отобрали? О, да не, даже ближе, чем я думал. Я думал, там где-то ниже будет, а здесь прям на руинах. Это хорошо, это удобно. Холод мне не страшен. Так, ну давай поднимемся наверх. Я не помню, где вход. Точнее, я не знаю, где вход, если быть точнее. Увечья и скверна. Это, конечно, еще та задница. А, ну вот туда мне и нужно. Все, погнали. Так, давай попробуем их миновать и непосредственно башню саму забежать. Надеть черную башню, отлично. И телепортируемся. Чтобы вот не тратить время на этих всех уродцев. Так. Еда, вода. Давай использовать. Использовать сразу же. Так, это не сбилось. Милостёга. Милостёга это вроде бы мне дает здоровье и запас сил. Ну, кстати, да, неплохо. Мне здоровье 40, это норм тема. Точно, я же сюда вроде бы заходил. Чё? А чё там у нас? Зашел, глянул такой, ой, не, спасибо, не сейчас. И вышел. Ага. Вот размахался-то, а. Так, ну, здесь точно мне ничего не светит. В том плане, что... О, отлично. В том плане, что всякие эти... религиозные я не залутаю ни с кого. Ну, типа, камон. Со скелетов сердце не вынуть. Так. Вот это интересно. Что-то здесь уже сразу же со входа начинается какая-то развилка непонятная. Или это просто тупо лабиринт? Я специально нахожу по центрам, чтобы это, если это ловушка, чтобы активировать ее. Ну, мне, блин, интересно. Возможно, и лабиринт. Ха, прикол. О, они открываются. А что у нас здесь? Да, не-не-не-не-не. Да ёп. Твою же за ногу. Ну, спасибо. Откройся. Так, здесь у нас ничего. Давай уже про... Да ёп! Твою ж... Самое бесячее это вот это вот. Честно. Им нужен интеллект, чтобы добавилось... О, добрый вечер. Типа, когда ты в него упираешься, в раба, и он, типа, начинает двигаться. То есть вот этого прям очень сильно не хватает. Так, я понять могу. Так, стоп, а теперь назад погнали. А туда проход тогда, что там было? По прямой где? Че, это какая-то фигня. Еще там этот скелет хрюкает явно. Это явно скелет, и он явно хрюкает. А что от него еще ждать-то? Вот это вот. О, еще и здесь в бок есть выход. Да ёпарасоте. Понаделают развилок, а я потом... Пытайся по всем пройти. Так, ну здесь точно ничего. Это радует. Развилочка прям маленькая оказалась. О, тихо. Не надо меня бить.
Да пошел ты! Ну, кстати, вот мне этот щит можно было и взять. Для чего? Ну, чтобы это, если что, так... И, ну, то есть, только не удар ногой, а защитился, типа. И нормался. Да ёб твой ж за ногу здесь открывается. Да что ж такое? А нельзя было тупик сделать обычный? Воу, воу. Легче. Точно, чё я туплю? Отлично. Так же лучше, видно? О, факел рубил и погнали. О, сундучок. Что у нас здесь? Всякое говно. Не. Ну, здесь получается все. Так, появляемся мы вот здесь. Угу, да. И... Угу. Надо было сразу, наверное, сюда сходить. И посмотреть, что здесь ничего нету. Вода. Хм, интересно. А эта дверь не открывается. А там вода. А, фу, господи, это факел потух. Да, на какую кнопку? Вот на эту кнопку. Забыл, на какую кнопку погружения. На дне ничего. Угу. Так, эта дверь не открывается. Окей. Если я пройду с другой стороны, значит... Точнее, если я увижу воду, то значит я пришел с другой стороны. Ладно. Что у нас еще здесь есть? Это, наверное, выход. Это прям единственное, что... Ага, вот я здесь что могу спрыгнуть вниз. Или упасть вниз. Это, наверное, все-таки выход. То есть, а вот то, куда я шел, то есть я пройдусь, потом хоп, и обратно по башне спускаюсь, типа, и там, через те двери я захожу. И выхожу из башни. Вот это единственное, что мне пришлось сейчас на ум. Короче говоря, я сразу же пошел туда, куда нужно. Ладно, погнали, наверх. Наверх, так, наверх. Ну, пригодится, кажется. Остальное всякая галость. Ну, по крайней мере, мне это сейчас не нужно. Угу. Точно. Вот что нужно сделать. Я ж когда в супермеру телепортнулся, я ж переделал ее под охрану. Хватит всех врагов. Мочи супостатов. Отлично. Ну, короче, в трупах всякое говно, так что смысла нету это все дело лутать. Кстати, а где я вообще нахожусь? Ага, не отображается. И по карте фиг поймешь. Кстати, вот по вот этим порой красным пятнышкам тоже сильно ты не разберешься, где ты находишься. Типа отображается одно, то есть ты смотришь по силуэтам всяким, а там такого даже нету. То есть и ты понимаешь, что что-то пошло не так. Не. Что-то как-то вообще непонятно. Типа слева темнее, справа светлее. Непонятно где. Хм. Ой, оп, твою же за ногу. Да вы серьезно? А, свои.
Friendly Fire, блин. Ну, спасибо, наконец-то хоть расступилась. Так, ладно. Погнали назад, посмотрим, что там было сзади. На развилке. Так, это я вот, если не ошибаюсь, отсюда пришел. Угу. Надо запоминать, потому что вот эту статую вообще не запомнил, потому что влево не глянул. Да, это вот сюда. Вот здесь я не был. Сначала посмотрим, что здесь. Интересно, и что это означает? Если я туда улькнусь вниз, то это будет, ну, типа, самое начало. Ну, что это означает? То, что там показывало. То, что там рабы сидели, это понятное дело. Но нет ли какого-нибудь рычага здесь? Интересно. Так. Требуется древний ключ. А вот здесь не требуется древний ключ. Кто-нибудь скажите мне, что я открываю вообще? Просто лютейший лабиринт. О, здорово! Точно, это я вот отсюда дошел. Отлично, значит, это все круговое движение было. То есть слева-право, разницы никакой нету. Опа, че? Стоять. Использовать, использовать. Где-то что-то здесь было. Использовать. А, во, нашел. А, воронная страница. Так, расставит записку путешественника. Бессмертного путешественника, скажем так. Так. Что же в итоге здесь? Здесь требуется древний ключ. Давай в атаке. Ну, почти даже попало. Так. Что-то какой-то непонятный лабиринт. Древний ключ. Это вот я просто кругаля сделал, да. Вот она как раз бежит мне навстречу, показывает. Дебил, мы здесь уже были. Это просто комната. А возможно, это не комната, а даже подъем. Ну, в любом случае, мне нужен древний ключ. Древний ключ нужен сюда. То есть уже два, запомнили. Дальше. Значит, здесь мне делать нечего. Это в самом начале. Здесь у нас все запечатано. Остается только здесь. Древний ключ. Интересно, где их добывать, эти древние ключи еще. Да, вот здесь мы проходим мимо как раз того, что я там видел. Так. Ну, в чем-то даже хорошо, что здесь лучников нету. Лучники-то они еще те бесячие твари. Они просто атакуют, урон сбивают. О, вы нашли ключ. Древний ключ. Отлично. У вас уже есть ключ. Ага, вот так вот они и добывают ключи, да? Так, один ключ у меня есть. Но мне их нужно два. Запомним.
Так, там у нас паучаки бегают. И что-то мне подсказывают, они вот здесь сюда. Нет. Может дальше? Не, пока что везет. Так, ну вот это опять щит, который даже не разобрать. И что, получается, все? Это не открывается. Да ёб твою ж за ногу, чтоб тебя тварь калыся. Отойди, безмозглое отродье. Не бомбит. Вот, отлично. Отошла тупая тварь. Просто она, получается, в упор подошла, меня поджала, и любое нажатие кнопки вызывало ее менюшку. Нашел там пиксели, где можно, ну, то есть вот так вот зажать и с команды будет переместиться, потому что любое нажатие вызывало именно ее менюшку. Веселуха, конечно. Так, ну, что я могу сказать? Ключ один, дверей две. И я не хочу в эту дверь, я хочу в эту дверь. Я хочу посмотреть, что здесь. Ничего не знаю. Ну, я так и думал, лестница наверх. Просто квадратик такой большеватенький был. А вот там как раз таки, возможно, была этот... какая-нибудь секретная комната. Она не живая, я такой... Понятно. Это записка того же самого чувака. О, добрый вечер. Душегуб, японский бог. Чё-то я как-то неожиданно на тебя вырвался. Вообще я не собирался даже на тебя выходить ещё. Начнём с этого. Здесь, конечно, легче. Здесь прям она выносит прям просто как выносит в хлам. Это его лут? Так, и вот это слез двух народов. Возможно, это и есть ингредиент. Сердце душегуба тоже как бы ингредиент. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, чё-то, короче, какая-то здесь фигня непонятная. Опачки! Оружие душегуба, легиона и душегуба. Отлично, давай смотреть, что. Так, нет, просто холодное, отлично. Ай, заглавный же там пишется. Оружие душегуба. Урон. Ну, вы поняли. Так, 110, 32. Оу. Да, ну 220. Шлем безмолвного легиона. Но здесь вроде бы он, наверное, надеюсь, без доспехов требуется, без кусков доспеха. Ну, здесь вот 220-385. Здесь у меня 240-420. То есть она в любом случае у меня бронька-то лучше. Да. Короче, пока что посмотрим, что дальше. Ну, в целом, состряпа-то была бы неплохая идея. А, так это же я могу быстро спуститься вниз. Судя по всему. О, здорово. А, ну это то же самое.
Ну, как бы и табличка-то, она прям очень похожа. Это на тот случай, если ты уж там не нашел и сюда дошел, и как бы, ну, хотя бы здесь ты изучи, дебил. Больше здесь я ничего не вижу. Ну, блин, мне теперь интересно, что там. Что там за этой стеной, за этой дверью спрятано? Ключ-то всего лишь один был. Ну, либо я второй не нашел. О, здесь такая же табличка. И здесь такая же табличка. Кайф. Куча табличек, море табличек, больше табличек. Ну, кстати, походу дела вот это вот записки именно вот этого вот душегуба. Либо душегуба, либо одного из скелетов, в которых этот чувак превратился. Ну да, блин, у меня древний ключ. А, древний ключ! Ёп твою ж за ногу! Он мне все-таки выпал. Или я откуда-то достал его? Или он не использовался, не стратился? Откройся. Спустился вниз, думаю, ё-моё, куда, чё, где, как. Да, вот, древний ключ. Отлично, отлично, отлично. Открывайся. Да, он просто не потратился. А, отлично, кайф. Вот это я понимаю. Сейчас там будет вода? Не, о! Башенка это еще. Слышь! Артиллерист недоделанный! Так, иди мочи их. Ненавижу пауков. О, сундук. Сколько у меня этих жаровень, ёб твою же за ногу. Так, точно ничего нету? Точно ничего нету. Здесь, здесь. И все. И это все. То есть. Жаровня, да? Да. Сундук жаровней. Не, ну может там еще что-то может заспавниться, но по факту это сундук жаровней. И несколько пауков. Да уж. Так. Единственное, что дверь около воды была. Дверь около воды. Вот что еще, кстати. Та дверь не открылась. Либо там просто стенка, либо там дверь не открылась. Ну это у меня что получается? С самого начала, да? Надо загонять. А зачем с самого начала? Когда можно сюда спрыгнуть? Уй! Хопача! Залази. Так. Здесь же вроде бы. Ага, эта дверь и так не открывается. Ну и козлы. Слушай, здесь что, реально все что ли? От нее только. От темной башни только название. Если уж на то пошло. Ну, реально, вот что я получил. Немножко изучений и все. Да, уж тогда непонятно, почему она в таком списке. Ну, единственное, что душегуб, да, такой прям жесткий чувак, и все. Это единственное, чем. Короче, непонятная фигня. Ну ладно, чё, прошел так прошел, тут уж как бы ничего не поделаешь. Отрицать сия факт это сама тупость. Вопрос, где эта дура? А, вот ты где, господи. Просто у меня уже было. Я когда Клаку на второй раз проходил, чтобы ачивка засчиталась, я это. Задолбался потом с ней, за ней возвращаться обратно, а? Вышел вроде на ровную площадку, а она не заспавнилась. Мне пришлось обратно возвращаться, потому что она загрелась на ящерицу.
Поэтому мои слова вполне оправданы. О, сундук. Что мне подсказывают, вот сундуки здесь снаружи, и то больше толку от них. Вот прям реально. Да уж. Ой! Это у меня ошибка скопировалась. Хе-хе-хе-хе. Fatal Arrow. Это когда у меня это багнулось, я Center Board нажал, и она автоматически скопировалась, ошибка. Хоп, и домой. Зато серия коротенькая получилась. В какой-то веке. Не часовая. Не полуторачасовая, а такая лайтовенькая. Пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу. А, 6 жаровин уже. Отлично. Просто обалденно. Ну и чё? Ну и всё. Тёмную башню сходили? Сходили. Чёрную башню. Тёмную башню. Чёрная. Чёрная. Или тёмная? Чёрная. Чёрную башню. Чёрную башню сходили. А значит, на сегодня приключения закончились. Ну, для вас. А для меня ещё нет. Ну а я с вами буду желать прощаться, как говорится, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями, ну так что, всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока!